Подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 3 на 3 под стекло. Цвет. Черный цвет. Пока приехали, разгрузились и приступаем к сборке. Сейчас у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3 на 3 под стекло. Цвет черный. Смотрится шикарно. Идем смотреть. Дверь правая с одной стороны. Другой торец глухой, потому что он практически рядом к дому. Близко к дому. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет черный. Как я уже сказал, имеется форточный блок на термоприводах. И кронштейны под полку. По два с каждой стороны. Также есть диагональные усилители. Каркас стоит на бетонном основании. Закреплен с помощью анкеров. Снизу сделан такой фигурный красивый отлив. Стекло здесь 4 мм, крепится к каркасу с помощью профиля, системы, база, крышка. Вот такая отличная, компактная, очень светлая, красивая Легенда 3 на 3 у нас получилась. А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Крепится у нас готов. Обшили стены, обшили крышу. Сейчас будем обшивать торцы, и останется мелочевка там. Форточный блок, декоративные переливы и так далее.